Итак, Руки-Дуки играет за Дивору. Шансунга берет. Азербайджан берет Шансунга. Что, не та вариация, да? У него две вариации. Короче, у Азербайджана подготовлено две вариации Шансунга. А у Руки-Дуки сальто, облет в воздухе, бомбардир. Адский барьер, дрожь, взрыватель. Во, взрывающиеся трупы. Это просто адская тема, ребят. Это просто адская тема. У Шансунга. Поехали. Вперед один начинает Руки-Дуки. Джибора H. Называется у него вариация. Так. Ловерхед. Найс. На пол, вот этот флип на пол экрана просто достает у Диворы. Хорошо. Ой-ой-ой. Торнадо. Торнадо. Это стеночка. Но знает, по-моему. Смотрите, Руки-Дуки готов. Тем не менее. Ой, жука ставит. Жука. Блин, веселуха такая, если честно, с этими кастонками. Угу. Так, взрывай труп. Да, лаунчит трупы у Азербайджана. Просто шесть. Трупы сама по себе опция жесточайшая, но они еще и теперь лаунчат. Ай, ужас какой. Так. Не монстр, нет, не из второй вары, нет. Угу, флип. И хорошо, D1 перебивает Руки-Дуки. Так. Я не знаю, флип этот наказывается или нет у Диворы, но тем не менее. Смотрите, он достает реально на полэкрана. Так. Угу. Нейтрал джамп. Оп. О, хорошо. Crash and Blow получает такие Руки-Дуки. Конферм. Есть конферм. Так, сейчас я уточню по поводу Шансунга. Не, ребят. Это точно не турнирная билка. Точно. Я сейчас сравнил со списком. Это точно не турнирная билка. Наверняка. На 100% говорю. Так. О, хорошо. В контер перебивает Руки-Дуки. Угол. Угол для него это очень хорошо. Но Руки-Дуки, смотрите, не сжигает брейкэвэй. Не сейчас. Есть air-to-air. Так, вперед 2-4, и останавливается Азербайджан, вперед 1-3, и в ответку брейковые делает все-таки Азербайджан в углу. Ой-ой-ой-ой, Руки-Дуки, прессинг, прессинг от Руки-Дуки, лоу заходит. Угу. Но сменил он, тем не менее, позицию. Так, хорошо, отличное использование ролла от Руки-Дуки, сейф на блоке. А, нет, не сейф, сорян, там минимальный просто минус. Так, бросочек. Угу. Ой. Он как будто сейчас жука убил. Но нет, это не то, чтобы убил жука. Ой, хорошо, оверхед заходит, но вверх 3 на гетапе. И это 1-0. Угу, в пользу Руки-Дуки. Так. Ух. Жестко, жестко. На самом деле, главная задача Руки-Дуки, и он, в принципе, с ней успешно справляется, это ближний бой. Он очень хорошо держит ближний бой. Главная задача Азербайджана все-таки отодвинуть бой, даже не на мидскрин, а чуть дальше. Играть без парок. Бордел, ну да, спарки нельзя использовать. Все-таки это спарки, это билка первой турнирной вариации. На котле с тотенами. Нет, 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 нет. Конечно же, нет. Так. Ловерхед, да, знает. Знает Руки-Дуки, что там между ловерхедом очень большая дыра. Надо вставлять там какие-нибудь, не знаю, джебы. Угу. Ага, так флип это нифига не сейф. Вот оно что, Михалыч. Флип можно наказывать очень больно. Так. Хорошо сбивает, и, но не заходит чуть-чуть, не конфермит Азербайджан. И есть 1-1-4 паниш от Азербайджана. Так. Едается своими огнями. Жук, жук. Смотрите, торнадо сейчас спасло Азербайджана. Ну, спасло в том плане, что он отодвинул Дивору от себя. И обратили внимание, когда у Шана там трупы падают. Ой, я перкот зашел. Так, пиксель. Паниш. Нету паниша! Нету паниша от Азербайджана. Там хотя бы слайдом
А, так вот, обратили внимание, когда трупы Шана падают, там не обычные стандартные трупы, а здоровенные такие трупы. Потому что они взрываются, когда они лаунчат. Так. Угу. Отодвигает очень сильно, пушбэчит. Не выпрыгивается этот мув. Вот эти диагональные спарки у Шансунга — это очень жесткий мув. В том плане, что он не перепрыгивается вообще. И не выпрыгивается абсолютно. Паниш? Есть паниш от Азербайджана. Конферм. И брейкавей только сейчас накопил руки-дуки. Хороший дамачок снимает Азербайджан. Вперед один, вперед один, три. И флип на нежданчик. Смотрите, с делейнгом. Еще и в крашенблоу залетает от руки-дуки. Брейкавей сжигает Азербайджан. Вынужден. Так. Личинку ставят. Угу. По-моему, это, да, это вот этот жук, это замена личинки. И он гораздо быстрее, на самом деле, идет. Так. 1-1-4 все-таки заходит. Очень быстрый. По-моему, 7-фреймовый джеб. Или 6-фреймовый. 7-фреймовый, по-моему, джеб у Шансунга. 1-1. Так. Девора прессерша. Ну, я бы не назвал ее прессершей прям-таки, но все-таки это боец в данном случае ближнего боя. Несмотря на возраст, Тагава могет, так вспоминаем историю. Шансунг вообще старый какой-то дед-пердед, который... Чисто по возрасту он вообще старик. Ему там сколько тысяч лет уже. Так. Мисс 4. О, хорошо, найс, вифаниш, вот руки-дуки. И брейковые вынужден сжигать Азербайджан. Так. Угу, вперед 2-2. Обычно руки-дуки, смотрите, джебы эти впендюривают, ну, очень даже стабильно. Но не в этот раз. Так. Хорошо. Держит дистанцию. На комфортную дистанцию выходит для себя Азербайджан. Теперь его задача удержать. Паниш. Прекрасно. О, что, шейкер? Что-то не скликнулось у Азербайджана сейчас. Он просто что-то не то нажал. Уже руки-дуки откровенно спамят своими флипами. Просто жесть. Так. Угу. И забирает. Забирает раунд Азербайджан, превратившись в Дивору. Окей. Так. Да, далеко. Jump in punch. Однерка jump in-овая у Диворы очень далеко достает. Просто очень далеко. Это миксапчик. Вот смотрите, вот это миксап от руки-дуки. Вот почему он флип это делает. Флип-то оверхедный, а он может продолжить в лоу, либо в оверхедный флип. Соответственно, 50 на 50. Надо угадать. Так, ставит жука, но нет. Избавляется от жука Азербайджан, но в углу оказывается. Паниш. Апперкот. Отличный апперкот. Пропускает на ровном месте руки-дуки. Метр пока что не тратит. Очень-очень экономно играет руки-дуки, потому что знает, что мало хп остается у противника, но у него самого фатал блоу. Да, брейкавей сейчас решил сжечь руки-дуки, но Азербайджан делает фатал блоу и убивает. Да, этого хватает как раз таки. 2-1. В пользу Азербайджана. Так. Два, один. Угу. Жесть, жесть. Какая жесть этот труп вообще, ужас. Лаунчище труп, ребят. Это же просто кошмар. Кошмар, а не вариация. Как он достал Fatal Blow? Ну, вот так вот и достал. Где личинка? А вместо личинки у него же этот, жук, жук. У руки-дуки жук вместо личинки. Так, вперед один, достает, достает руки-дуки. И бросочек, респектит очень много Азербайджан пока что. Но, тем не менее, руки-дуки сам дает Азербайджану дистанцию, которая нужна ему. Так.
Угу. Врывается руки-дуки, ставит лужу и бросок. Так. Очень аккуратен. Ставит жука? Нет. Хорош. Вот это да. Вот это да. Бейты от руки-дуки. Молчаливые бейты, я их называю. Так, труп. Угу. D1 флип. Просто жесть. На нежданчик так заходит. Ужас. Так, крашенблоу попытался получить сейчас Азербайджан, но нет, руки-дуки. Ой-ой-ой, он рассчитывал в чип-дэмэдж снять, но не снял. Так, джебами не влезает руки-дуки. Ох, да ладно, вот это да. Руки-дуки сейчас пропускает. Дважды он мог влезть джебами в этот гэп, в это окно. Но ни разу не влез, не смог. Еще и труп просто сверху оверхеда прилетел. Вот это камбэк от Азербайджана был. Ну что ж, матчпоинт для Азербайджана. Так. Хорош! Использует воздушный дэш руки-дуки. Так, торнадо. Торнадо стеночка. Хорошо присел под этим вперед 4 руки-дуки. И найс, отлично. Конферм? Ну, не сконфермил, ладно. Ну, отлично, отлично присел. Так. Финалы дримхака в 19 часов. Труп. Взрывает труп. Угу. Там еще по анимации этот труп взрывается, когда вообще ни черта не видно. Все кровью заливается. Так, ой-ой-ой, полез Азербайджан. Пиксель оставляет. Оверхед, нет, блочит все руки-дуки. Паниш, есть паниш от Азербайджана. Брейкэвэй, да, пиксель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И оверхед залетает от Азербайджана. Вау. Камбэк номер 2 от Азербайджана. И это 3-1. Ну что ж, руки-дуки отправляются в лузера.